Образ ведущей создавала визажист Юлия Яничева. Нет света или спасибо местным властям за ремонт. Почему сегодня утром нижегородцы несколько часов стояли в пробке? Игры с жизнью или на что еще готовы нижегородские экстремалы? Сегодня в интернете появилось очередное видео с глупым поступком. Сегодня Ореховый Спас замыкает двухнедельный Успенский пост. Расскажем, какие традиции приходятся на этот праздник. При школах Нижегородской области могут появиться многофункциональные спортивные стадионы. Глава региона дал поручение местному министерству спорта войти в федеральную программу. Любимые песни из 90-х, настоящее шоу на сцене от поющих нижегородцев. Первый городской телеканал продолжает съемки грандиозного проекта «Звезда караоке». О главных событиях понедельника расскажем в ближайшие минуты. Вы смотрите службу новостей «Город». Меня зовут Полина Буянова. Здравствуйте. Сегодня большинство жителей нижней части нашего города простояли в какой-то просто неведанной пробке. Несколько часов почти без движения, опоздание на работу, множество комментариев на Яндекс.Картах. Один вопрос – в чем причина? А оказалось, все просто. Ремонтные работы на метромосту и на Канавинском, в то время как Молитовский и вовсе закрыт на капитальный ремонт. Нижегородцы таких транспортных изменений не оценили, и социальные сети наполнились негативными комментариями. Первый рабочий день. Стою в пробке уже час. Конец света. Так очень метко и с полной безысходностью назвали нижегородцы утренние пробки. Большинство, даже не осознав, что такое может произойти, так как небольшим утренним затором в районе Канавинского метромоста привыкли все. Особенно после закрытия на ремонт Молитовского. Точка кипения стала площадь Революции и соседняя Ленина. Двумя направлениями, откуда пытались добраться нижегородцы, стали проспект Ленина и Московское шоссе. На проспекте пробка начиналась от кинотеатра «Россия» на шоссе от пересечения с улицей Рябцева. Причем наблюдательные горожане отметили, что на карте Яндекс.Пробок очень неожиданно появились знаки, что на Канавинском мосту идут ремонтные работы, хотя, по заверениям чиновников, все работы собирались проводить исключительно ночью. Раньше они в первый снег асфальт клали, а теперь закроют один мост и начнут ремонт на других. Или делать ремонт в пятницу и воскресенье на выездах из города. Из двух делай одну полосу. Пробки – the best. Что за конец света в районе Московского вокзала и площади Ленина? В кои-то веки решил поехать. В итоге от Стрелки до Аврора едут 20 минут. Блин, люди, ну что вы всегда как тупите? Пробки образуются не в проблемных местах, а перед ними. В обед ситуация на дорогах только ухудшилась. К двум стоящим мостам добавился и третий, Мызинский. Когда разрешится и разрешится ли вообще эта заторная ситуация, в ближайшее время неизвестно. Поэтому пока или выходить еще раньше из дома, или пересаживаться на метро. Очередное видео не для слабонервных. Сегодня появилось в сети интернет. Руферы, как называют себя участники съемки, забрались на строительный кран заброшенного дома в центре Нижнего. Молодые люди без страховки исследуют долгострой, рискуя своей жизнью ради кадров, не как у всех. Площадкой для экстремальной прогулки стал недострой в районе улицы Панина. Бетонная многоэтажка и строительный кран вот уже несколько лет простаивают без охраны, чем привлекают людей, которые любят быть на крайне жизни и смерти. Руферы, их на этих кадрах трое, без проблем забираются на самый верх, на высоту 75 метров. Без страховки молодые люди на вид спокойно гуляют по конструкции или сидят, свесив ноги вниз. Но этого экстремалам показалось мало. В какой-то момент все трое свешиваются вниз и висят на кране, как на турнике, на одной руке или даже вверх ногами. Человек привыкает себя испытывать. То есть для него это появляется ощущение жизни, адреналина, что я преодолеваю, я что-то могу. Но это все образуется от того, что в детстве это было. Ну, то есть, возможно, действительно, ребенок попадал в такие условия, где ему необходимо было выживать. Вот только, как показали комментарии к видеозаписи, ожидаемого эффекта экстремальная прогулка не дала. Такое увлечение большинство людей признают глупым. Первый городской телеканал в очередной раз призывает ценить жизнь и не рисковать ею ради эффектных кадров и лайков.
8 детей попали в больницу прямо из оздоровительного центра в Таншаевском районе. Их доставили с признаками кишечного расстройства. По версии следствия, причиной плохого самочувствия подростков могло стать как пищевое отравление, так и вирусная инфекция. Проводится экспертиза питьевой воды и продуктов питания. Сейчас оздоровительный центр закрыт. О других криминальных новостях расскажем далее в рубрике «Место происшествия». В Нижнем Новгороде 50-летний мужчина выстрелил из ружья себе в лицо. Соседи услышали шум и вызвали скорую помощь и полицию. По словам соседей, мужчина не злоупотреблял спиртным и был примерным семьянином. У погибшего остались жена и двое детей. Как в ее квартире оказалось огнестрельное оружие, неизвестно. Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии. В Сарове на пересечении Октябрьского проспекта и проспекта Мира произошло ДТП. Автомобиль сбил подростка. Пострадавший переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель, подъезжая к перекрестку, даже не попытался снизить скорость. От удара подростка отбросило в сторону. Виновник ДТП с места происшествия скрылся. На виадуке в районе Московского вокзала произошла авария. Столкнулись два легковых автомобиля. Водитель «Форда» двигался со стороны микрорайона Мещерское озеро. Он попытался сменить направление движения в сторону метромоста, что является нарушением правил на данном участке дороги. В результате произошло ДТП. «Форд» столкнулся с «Ладой Приоры». Серьезных повреждений автомобили не получили. И мы продолжаем. В Нижегородской области выделили 10 миллиардов рублей на социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг. Проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства обсудили на семинаре, проходившем в городце. Подробнее об этой и других финансовых новостях расскажем далее. Спонсор показа «Финансовые новости» – кредитный потребительский кооператив «Центральный сберегательный». Инвалиды, ветераны, многодетные семьи и другие льготные категории граждан будут меньше платить за ЖКХ. Об этом сообщил министр социальной политики Артем Кавинов. 7 миллиардов рублей из областного бюджета направлено на выплату компенсации льготникам. В целом субсидии получат 70% нижегородских семей. Нижегородцы живут лучше всех. Это нешуточное заявление сделали представители Росстата. По сравнению с другими регионами, в Нижегородской области наилучшее соотношение доходов населения и стоимости продуктов. В среднем нижегородец может позволить себе купить на несколько наборов питания больше, чем, например, житель Кировской области. По данным Центробанка, курс доллара США составляет 65 рублей 8 копеек, евро 72 рубля 80 копеек. Цена за баррель нефти марки Brent 49 долларов 41 цент. Политические партии накануне 1 сентября проявляют интерес к развитию образования. Коммунисты России поздравили юных нижегородцев с наступающим Днем знаний. А председатель Комитета Госдумы по образованию и член фракции «Единая Россия» Вячеслав Никонов заявил, что партия в 2017 году будет добиваться сохранения тенденции текущего года, когда 60% выпускников школ поступили на бюджетные места в вузах. До 1 сентября осталось всего пара дней. Сегодня поздравить юных нижегородцев из школы-интерната номер 8 с новым учебным годом приехал председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. Сегодня мы приехали к детям, во-первых, пожелать им успехов в наступающем новом учебном году, проявить свою солидарность, заботу. Посмотрели вместе с нами советский мультфильм «Пионеры. Красная шапочка», чтобы дети видели, как это было в советское время, что такое пионеры, как надо любить родину. Мы будем продолжать заботиться о детях и помогать им в любое время. Это наш краеугольный камень. Председатель Комитета Госдумы по образованию, член фракции «Единая Россия» Вячеслав Никонов в рамках рабочей поездки в Нижний Новгород заявил, что в следующем году будет добиваться сохранения тенденции этого года, когда почти 60% выпускников школ поступили в вузы на бюджетные места. Нижегородская область в сравнении с другими областями явно выбивается в лучшую сторону с точки зрения сдачи ЕГЭ. В этом году рекордное количество, 50 школьников Нижегородской области явились победителями всесоюзных олимпиад по самым разным предметам. 57% выпускников школ этого года обеспечены местами бюджетными в высших учебных заведениях. То же самое будет и на будущий год, и дальше. Ну и далее информация от наших партнеров. Мы прервемся ненадолго, и вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска. Сегодня Ореховый Спас замыкает двухнедельный Успенский пост. Расскажем, какие традиции приходятся на этот праздник. При школах Нижегородской области могут появиться многофункциональные спортивные стадионы. Глава региона дал поручение местному министерству спорта войти в федеральную программу. Любимые песни из 90-х, настоящее шоу на сцене от поющих нижегородцев. Первый городской телеканал продолжает съемки грандиозного проекта «Звезда караоке».
Вы смотрите службу новостей города, и мы продолжаем. Сегодня отмечается последний ореховый спас. У православных верующих именно этот праздник замыкает двухнедельный Успенский пост. В церкви в этот день освящают орехи, а хозяйки начинают готовить пироги и хлеб из нового урожая с добавлением лесных плодов. Такие угощения полезны. Миндаль, например, лидер по содержанию витамина Е. Его также называют витамином красоты. Так же, как арахис и фундук, он богат фолиевой кислотой. Эти орехи улучшают состояние кожи, волос и ногтей. В фундуке содержится много йода и витаминов группы В. А накануне нового учебного года нужно налегать на грецкие орехи. Они также обладают успокаивающим эффектом. Норма орехов в день не больше одной горсти. За счет своей калорийности они могут быть неплохим перекусом. Ореховый спас связывали с окончанием сбора урожая. В народе говорили: третий спас – хлебоприпас. И несмотря на календарное лето, по народному календарю считалось, что осень уже в самом разгаре. В этот день следили за журавлями. Если они улетели, значит, на Покров будет мороз. А вот грозовой август является предвестником долгой теплой осени. При школах Нижегородской области могут появиться многофункциональные спортивные стадионы. Именно с таким проектом глава региона дал поручение местному министерству спорта войти в федеральную программу по развитию физкультуры и спорта. Есть ли в области уже такие примеры, знает Екатерина Вологина. Тебе слово, Катя. Спонсор рубрики «Короткой строкой» ТПК «Багира». Да, Полина, как раз сегодня Валерий Шанцев посетил новый школьный стадион в Сарове. Стоят три школы подряд между домами. Вот территориально у тебя раз, два, три школы. И один хороший стадион, который сделали бы в таком полноценном формате, позволил решить проблему и для школ, и для жителей Днепра. Новый стадион построили в 2013 году при школе номер 10. На его базе и дали старт проекту «Дворовая практика». Стадион находится в открытом доступе для жителей микрорайона. И здесь ежедневно занимаются волейболом, баскетболом, футболом, воркаутом, легкой атлетикой и скандинавской ходьбой более 300 жителей в возрасте от 3 до 80 лет. Валерий Шанцев поставил задачу войти в федеральную программу, что даст возможность получить дополнительные средства на проекты по развитию спорта из федерального бюджета. Авиасообщение Нижний Новгород-Баку возобновилось. По пятницам в 9:30 можно будет отправиться в Баку. Полет займет 2 часа 45 минут. А из столицы Азербайджана вылеты будут осуществляться по четвергам в 19:15 по местному времени. В Нижний самолет прибудет в 21:00. Особую актуальность авиарейсы получают осенью, когда на курортах Азербайджана начинается бархатный сезон. Минувшие выходные в Сосновском районе отметили сразу две годовщины. Со дня образования Сосновского района прошел 81 год, а рабочий поселок отметил свое 428-летие. Традиционную ярмарку, открытую в этот день, посетил губернатор Валерий Шанцев. Местные жители встретили его угощениями и научили разбираться в лоскутном шите и выбирать изделия из металла. И на сегодня это все новости короткой строкой. Не переключайтесь! В это воскресенье в премио-центре состоялись очередные съемки нашего нового музыкального проекта «Звезда караоке». Напомню, 14 августа мы провели кастинг среди самых поющих нижегородцев. И из всех пришедших строгое жюри отобрали всего 20 человек, после чего четверть финалистов поделили на 4 пятерки, каждая из которых досталась определенная тема. Конкурсанты перевоплощаться в стиляк, звезд шансона, звезд 90-х и даже попробуют себя в образе артистов советского кино. Первую серию нашей громкой городской премьеры «Звезда караоке» зрители Первого городского увидят уже 13 сентября в 20:00. Ну а пока мы покажем вам секретные кадры со съемок первого четвертьфинала. Надежда Рожнова продолжит. В воскресенье премио-центр окунулся в атмосферу 90-х. Молодой Меладзе, жаркая Тина Тернер и Сергей Крылов в нижегородском исполнении. Открывала первый четвертьфинал самая юная участница Вероника Батракова. В свои 16 лет у конкурсантки большой музыкальный опыт за спиной. Однако юный возраст участницы не стал поводом для поблажек. Жюри нашли к чему придраться. А что за танцы-то вообще были? Визуальную картинку почему-то не совпадалось со спортивными совершенно. Почему? А вторая участница Елена Костина, педагог дополнительного образования, чтобы покорить жюри, даже слегка поменяла имидж. И действительно, сходство с Маргаритой Суханкиной оценили все.
Третий участник Алексей Иванов от волнения даже стал забывать слова, но конкурсант настолько душевно исполнял свою песню, что на это никто не обратил внимания. До проекта, по словам Алексея, он похудел на 30 килограммов. Признается, что никаких особых техник нет. Правильное питание и спорт – вот и весь секрет. Как оказалось, даже худеть не так сложно, как выступать в нашем проекте. По ощущениям, на 4 с плюсом. А слова почему забыли? Вот я думаю, что это вот волнение, которое сидит вот где-то здесь. Несмотря на волнение участников, сложнее всего сегодня было членам жюри. Люди у нас не профессионалы поют, но показывают себя хорошо. И молодцы то, что они вышли на сцену, и они это сделали. И они сделали это классно и здорово. И я очень рад побывать на этом проекте был. Это круто, и то, что происходит сейчас, это заряд бодрости, энергии мне, причем на целый месяц вперед. Зато нашей четвертой участнице с волнением помогла справиться ее группа поддержки. Завершил пятерку 90-х Евгений Медведев с песней Валерия Меладзе «Актриса». На съемках выяснились интересные подробности из жизни участника. Это правда, что ты с такой боль побил? Да. Почему с такой заслугой? Ну, да. Вообще, ты это делаешь, потому что тебе это нравится, или ты... Для души. В воскресенье в концертном зале «Премия» состоялся первый четвертьфинал нашего нового музыкального шоу «Звезда караоке». Из 5 конкурсантов жюри отобрали только одного участника. Ну а кто это, смотрите в эфире Первого городского телеканала. Все самые интересные моменты первого четвертьфинала смотрите на нашем канале. Первую серию шоу «Звезда караоке» зрители Первого городского увидят уже 13 сентября в 20:00. Надежда Рожнова, Никита Лепехин, Александр Патраков и Алексей Корякин. Служба новостей «Город». Ну и далее наш эфир продолжит рубрика «Социальные сети» от Артура Кортеса. Братан, по-моему, они сваливают. Куда? Не знаю. Может, дела какие есть. Вариаций на эту электростатическую инсталляцию было много. К примеру, извержение Бахильского вулкана. Или съемка с космической станции. Так, успокойся. На самом деле, меня каждый раз умиляют моменты, когда люди вступают в бой с законами физики. Нифига себе, так это против законов физики! А еще в твоей скучной жизни чаще всего будут приставать к тебе они, бахилы. Лезешь ко мне в душу насильно. Одень хотя бы бахилы. Нехило. Знаете, что будет? Если ты служишь в армии, а твой дедушка-сержант, например, татарин. Вот все, что угодно, только не это. На месте! С песней! Шагом! Марш! А ты говорил, у тебя способности к языкам нет. Пожалуйста! Это самое, если так сказать, все. В общем, например, если выйдет так, то что мы объединимся с Китаем, далее репертуар будет сложнее в разы. Рубрика «Короли маркетинга». Скажу сразу, этот король реально король. И он просто порвал интернет. Тактика проста: привлечь внимание, шокировать, а дальше все произойдет само собой. Учись, студент. Снова в школу, словно... Маленькая шалость, без которой никак не обойтись. Шутка из сети. Иногда я говорю себе: хватит уже жрать, Игорь. И продолжаю жрать, потому что я не Игорь. Езда, я люблю тебя, я тебя ем, я тебя пью, езда, я тебя люблю. Это была рубрика «Социальные сети», меня зовут Артур Кортес, и я наблюдаю за вами. И в конце выпуска о погоде Оксана Рожнова расскажет, какой прогноз нас с вами ожидает завтра. Оксана, тебе слово. Спонсор прогноза погоды – меховая фабрика «Елена Фурс». «Елена Фурс» – лучшие шубы России.
Чем ближе осень календаря, тем быстрее меняется погода. Днем пока сохраняется теплая погода, около 26 градусов тепла. Небо должно быть ясным. Вечером будет малооблачно, возможно гроза. Судя по данным электронных СМИ, температура воздуха составит около 21 градуса выше нуля. Ну и на этом наш выпуск завершен. Мы желаем вам только хороших новостей и, конечно, всегда оставайтесь на Первом городском.